Антон, вы вместе с партнерами по команде проводите первую тренировку после новогоднего отпуска. Поделитесь по этому поводу своими впечатлениями, эмоциями. Как вам сегодняшний тренировочный процесс? Ну, эмоции положительные. Все рады, я думаю, вернуться, приступить к тренировочному процессу. Поэтому эмоции только положительные. Единственное, что мне очень приятно такой момент, что со сборами еще до конца не определились. Надеюсь, этот вопрос решится в ближайшее время, и мы приступим к тренировкам уже в полном составе. Не могу не спросить вас о том, как вы встретили Новый год, с кем и как в целом провели отпуск. Для начала, пользуясь случаем, хочу поздравить всех болельщиков с прошедшими праздниками, пожелать им всего самого хорошего, самое главное – здоровья, все остальное, я думаю, приложится. Новый год я встретил с семьей, я думаю, это семейный такой праздник, поэтому сначала с родными дома. Отпуск провел, вот съездил, буквально на днях вернулся из Арсеньева домой, дома был, вот, так что так. Сегодня тренировку проводит местный тренерский штаб. Сильно ли сегодняшний тренировочный процесс отличается от обычного, традиционного? И если да, то чем? Ну, я бы не стал отделять местных тренеров от главного тренера и Александра Михайловича, потому что, я думаю, они все общаются. И то, что мы сегодня делали на тренировке, это обговорено со всеми тренерами. Поэтому не думаю, что стоит искать различия. Ну, а еще добавлю, что со всеми вот тренерами местными мы знакомы хорошо, поэтому никакого недопонимания у нас не возникает.